have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами начинаем новую вселенную, ну не то что новую вселенную, новое построение, и предлагают нам начать с леса. А давайте, что нам мешает? А ведь ничего не мешает, правильно? Так, туда надо 2 воды, сюда надо 3 поля, везде надо кучу всего. Давайте поля аж сюда вот закинем. Речка. Речку бы я на самом деле... Ну, давайте так. Я не против. Сюда и сюда речка пойдет. Так, кусочек леса. Который нам выполнит задание. Там кусочек дома еще, если видите. Ну, давайте. Лес 45. Останется плюс 4. Домик мы можем туда, конечно, но у нас тут есть речка. Домики. А домики у нас... Ха-ха, они только торцом станут. Тогда, в принципе... Давайте домики пойдем в ту сторону развивать, а речку в эту. Хорошо. Лес плюс домик. Отлично. Кусок поля туда, в ту сторону. Да, можно. Это нам выполняет задание. Домик. Домики сюда. Сюда нам ферма получается. Даже не знаю. Может быть, вот так все-таки сделать. Попробуем. Кусочек фермы положим вот сюда. А еще вон там у нас так. Давайте вот так вот. И вот так вот. Здание выполнено, супер. Так, речка. Речка у нас пойдет пусть в эту сторону. У нас тут хорошие плиточки получаются. Вот тут и домики, и ферма, и все, что хочешь. Кстати. Можем ферму тут замкнуть. Тут у нас будет лес, а тут будут домики. Хорошо. И домики плюс 7. О, погодите. Вот так сделаем. Ферма плюс 8. Можно пойти в эту сторону. А можно и в ту. У нас он будет через 2 кусочка. Интересное место, которое мы, наверное, сможем вот тут использовать. Так, дома плюс 3. О, у нас ЖД появляется. Кстати, да, оно мне тут будет нормально, я думаю. Вот эта штука, и можно вот так сделать. Угу. ЖД уходит в эту сторону, а там у нас будет лес. Хорошо, дома и лес. Это нам выполнит... Отлично. Получаем новую плитку. Кабан. Кабаняра, иди сюда. Хорошо. Второй кораблик, который нам будет доступен. Давайте мы будем продолжать сюда. 5 надо. Мы можем вот здесь закрыть. Нам, а нам и тут невыгодно, и там невыгодно. Давайте, может быть, вот так сделаем, да. Вот тут закроем, пойдем дальше. А там у нас, если появится двойная, мы туда двойную впихнем. Одиннадцать деревьев. Ну, потом можем в ту сторону пойти. Нам будет нормально, да. Хорошо, так у нас задание выполнено. А тут почему я... Ладно. С кусочком поля. Кусочек поля можно в эту сторону. У нас, в принципе, вполне оно будет сочетаться. Домик. Идеально, со всех сторон. Супер.
Плиточки мы пока что перебавляем, и это меня радует. 4,2. Хочу ли я в это? Наверное, я хочу в эту сторону все-таки пойти с плиточками. Так, дома на 19. У нас комбо будет и в ту, и в другую сторону. Нет, погоди. А, вот так крутить. Куча деревьев. Я думаю, мы можем вот так сделать. И сюда потом еще деревьев докинуть, если что. Так-то мы можем туда, но я не хочу. Хотя, давайте мы тут берег сделаем, в самом-то деле. Там плюс 2 будет. Давайте. А, тут... Кораблики такие. Красиво, красиво. Давайте я немножко отдалю. Куда я хочу? Вот это. Так, тут меня деревья запорят. Так тоже запорят, к сожалению. Хотя плиточка тут встает идеально. Давайте тогда в эту сторону пойдем. В самом-то деле. Что нам мешает? О! Вот так. И сейчас что-то одно еще туда закинем. Шо нам, кабанам, а? Да. Пойдем сюда теперь. И теперь вот эту плиточку вот в эту сторону. Сколько она? 16 требует? Можем сделать вот так. Кстати, вот тут тоже неплохо будет. И даже вот это будет хорошо. О, ЖД-перекресток. Это, кстати, сложная штука. А у нас больше мест под ней нет, так что безвыходно. А, тут деревья, тут дома. Ну, деревья так, и мы потом сможем продолжить. Я считаю, что это будет нормально. Дома плюс 9. Да? Тут типа явно больше. И это нам все сломает. Это печально. У меня других выходов на дома нету. Мы можем, конечно, сделать новые выходы на дома, кстати. Почему бы и нет? Давайте сюда. И 9 туда потом подкинем. Так, деревья. А это нам тоже на... 32. А, это потому что нам закроет, потому оно нам нарушает. Фига себе, а так нельзя, у меня не будет... А, вот плюс 12, оно даст выход. Хорошо, 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 то я что-то паниковать уже начал. Выход под дерево, знаете, а мы можем... Вот здесь вот заложить. О, отлично прям будет. С одним домиком. Один домик ни туда, ни сюда. Ну, давайте мы вот тут пойдем. Идеально, отлично. 4 дома. Это мне решит проблему. Отлично. Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда деревья, один домик. С деревьями у нас решено. Блин, нам бы туда что-то пустое на самом деле. Давайте продолжим выход на деревья, чтобы у нас было, по крайней мере, куда их потом. Ага. Давайте так. А что это? Кусочек поля и дома. Потом у меня будет плиточка, которую я смогу протянуть дома туда.
Слушайте, это не перебор будет? Перебор. Можем дома сюда подкинуть, кстати. Да, давайте. Куча деревьев. Нам предлагают кучу деревьев, и пойдет она... В смысле, это куча. Вот сюда она и пойдет. Отлично. Так. Если я так сделаю, оно будет впадать. А мне не надо, чтобы оно впадало. Потому что иначе я квест себе запарю. На два водных этих. Так, это... Или это... Плюс три, мы потом можем пойти туда. Да, давайте так сделаем. Супер. Воду. Можем продлить сюда. Нет, она... Хотя нет, у нас как раз потом кусочек воды сюда будет, и будет отлично. Два поля плюс лес. Давайте будем их перекрывать потихоньку. Перекрывать, блин. Тут если мы поставим, мы просто выполним, и оно у нас закроется, и все. Давайте тут. Я хочу вот это место закрыть. Да, там один домик. Вот он будет возле реки, все. О, зато сколько идеально накрылось-то. Вот эту штуку сюда ставим. Без вариантов. Супер. Ну да, воду мы теперь можем туда продолжать. Это мы сделали, это мы сделали. Давайте вот так. Так, сюда продолжим. Вода. Да-да-да-да-да. Воду сюда распустим. Мельница с полями на 26. Плюс 8 надо будет, плюс 2 выхода туда. Да, давайте. Плюс 8 выход с домиками. Угу, годится. Здесь закрываем. У нас останется еще пару выходов, так что нормально, я думаю, можем. Вот сюда можно пойти. Будет плюс 4. 14 воды. Идеально. Вот где оно должно стоять. Мельница 9. Но она нас уже тут не устраивает. Мельница 8. И мы опять пойдем с полями в ту сторону? Ну, давайте, я не против, хорошо. Деревья, поле. Давайте. Зелень 18. Нам это закроет как раз. Потребность в зелени. Супер. Значит, домики... Домиков, блин, мне надо два домика. То есть оно вот это вот так, как оно сейчас есть, оно мне ломает квест. Мне так нельзя. Давайте тогда вот так сделаем. А, зелень. Мне больше нигде зелень, кстати, не надо. Два места, которые я могу перекрыть. А я могу продолжить вот сюда. Ну, давайте. На самом деле это не проблема, по-моему. Так. Вот так можно сделать. Оно всеми тремя становится идеально. Хорошо. Пять домиков. Тоже перебор. Ну да, там прям немножечко-немножечко надо. Иди сюда. Поле с железкой. Я бы скорее его из-за железки сюда поставил, потому что мне как-то это все разворачивать потом надо. Теперь вода. Плюс три. Вот так вполне нормально. Оно там прям хорошо станет. Поле на 4. Там останется плюс 2. А если вот так? А
Вот так оно нормально становится. И мы можем... Блин, гляньте, пустая плиточка, которую я мог сюда посередине поставить. А, как печально-то. Ладно. Пустая плиточка. Куда ж тебе, дружище-то? Вот тут можно. Да, вот тут может неплохо. Поляна 11. Это мне убирает квест нафиг просто. Отлично, это дает мне один домик и половину поля. О, хорошо. Дома на 37 ломает мне квест, но продолжает его здесь. Мне это, наверное, пожалуй, не надо пока что. Дома на 10. На самом деле прикольно. Дает мне больше зелени в эту сторону. Не знаю, если я в ней нуждался, но да, допустим, нам тут дается продолжение. Да, продолжение. Так. Видите, на 2. На черт побери, 2. Игра, нельзя так. Ахаха, игра, прекрати. Давай, наверное, вот сюда. Кусочек поля положим вот сюда. Вот сюда, потом еще что-нибудь может будет пихать. Железка и 3 домика. Железка и 3 домика. Она что-то как-то вот прям вот не ложится. Ну хорошо, давай так. Не знаю, не знаю, не знаю. Вот, на один домик, наконец-таки. Пять. А, пять это слишком дофига для тебя. Ну, давай вот так тогда сделаем. Три. Даже, кстати, не знаю. А, неплохо, оно мне вот тут плюс один делает, хорошо. Получается, этот квест мы выполнили. Там кусок дома надо закрыть, хорошо. 8. Вот сюда еще что-то можно, я понял. Так, ЖД с полем. Оно по-другому и не станет, отлично. Отлично, это была ирония, если что. 7 и лес в эту сторону. Да. Плюс 2 я не сказал бы, что хотел бы такого. Ага. Я думаю, можно здесь. Один. Дома сюда потом можно будет... Так, еще железка с домами. Давайте. Оно там неплохо встает. Вода. С домом и полем. На самом деле, вот тут неплохо. Да, давайте. И вот сюда еще воду в продолжение с лесом. Хорошо, деревья 376. Перебор. Перебор, блин. 355. Давайте тогда так, и деревья пойдут в ту сторону. Так, там нужно плюс один. Ну вот мы его сейчас делаем вот так вот и закрываем, да?
Даже вот так вот закрываем. Я вот что думаю. На дома плюс 7. Плюс 3. Да ну блин, оно что-то прям не становится никуда. Давай вот... Да, тоже ничего. О, вот так неплохо. Не идеально, конечно, но неплохо, неплохо. Город вылазит у нас сюда. Стой, с двойной плиткой. Двойная плитка мне... Отлично. Бобровый домик. Ой, отлично, новый квест. Супер. Я на самом деле смотрел на другую плитку сейчас случайно, когда это все делал. Это у нас получит выход дальше. Да, получит. Но очень неоднозначный выход. Ладно, давайте. По крайней мере... Наверное, да. 21 плюс 5. Смогу ли я потом сюда кораблик влепить? Так, хорошо, что у нас там по лесу? Было вот тут 30-45, мы можем поставить. Следующее с домами тоже можем поставить. И лес у нас еще выходит сюда на 1, хорошо. Кораблик. А кораблик на плюс 1... Ах ты ж, мелкий. Давай сюда. Раз у нас чистый кусок воды, пусть он будет посередине, я не против. Куча домиков и поле. Там на плюс 4, то есть нам это... А, то есть тут плюс 4 можно, это нам не запарит квест. Не... Ай, игра. Так, куча зелени. Продолжаем кучу зелени валить в эту сторону. Так, допустим. Кусок воды можно... Куда мы его можем запихать? Мы можем вот здесь сделать. И вот тут соединить их. Отлично. Еще и второй акведук дали. Ну, это не акведук, а... Ну, вы поняли. Так, вот тут дорожку можно закольцевать. Неплохо. Мне нравится. Здесь тупичок. ЖД-тупик надо будет еще один. К полям. Плюс 50. Супер. Поля на 37. Поля 10. Ха. Поля 9. Да, давай. Неплохо. Так, дома у нас там где-то нужны были еще кому-то? Вроде как дома мы сейчас не строим. Их можно просто сваливать в кучу. Вот сюда можно пойти с домами. Неплохо. Так. В эту сторону. Плюс 7. Наверное, вот так. Лес и пустые пространства. Это мы в эту сторону шли с лесом и пустыми пространствами. Тот момент, когда мы шли лесом. Давайте будем расширять в эту сторону. Не знаю, насколько это выгодно растягивать вот так вот. Мне не нравится там. Можно, кстати, вот сюда. Да, неплохо будет. Так, дома и лес. Вот тут все сочетается.
на 16 домов поселочек. Так, тут на 10. А если мы... Тут дофига явно будет, да? Да, явно. Не наш вариант. А здесь? А здесь нам решает моментально проблему. Красота. Плюс 2. Раз. Девять в эту сторону, у нас еще дом будет. Тогда вот так. Идеальная плиточка, вообще хорошо. И мы сейчас тут закончим квест по воде. Угу. Деревья, дома опять. Можем вот так сделать, чтобы дома в эту сторону пошли. Так, мельница на 43 поля. А почему бы и нет? Давайте. Нам очень хорошо сократит. Это на 47 полей. Да. Вот это сейчас удачно было, по-моему. Так, супер. О, кабан! Это и была плиточка с кабаном. Можно вот так зациклить это все. О! Идеально. Идеально настолько, что аж кабан убежал. 270 леса. Вон он теперь ходит. Кабан аспортативный. Так. Пустая. Рай перфекциониста. Ну, с другой стороны, нам нужно ее куда-то, чтобы она нам не мешала. Можно вот тут продолжить немножко территорию ЖД. Ну да, да. Поле на 15. Оно нам-то все закрывает. Погоди, у нас остался один выход. На 15, по-моему, слишком много. Погодите, там есть выход для остальных, этому на 15 много. А что если... Других вариантов... Знаете, это ему перебор... Видимо, придется отсюда идти на 12 и в эту сторону. Но, я думаю, ребятушки, тогда на этом мы пока что закончим. Немножечко не в попад идут некоторые плитки, но, в принципе, мне нравится то, что мы делаем. Мы начинали с 70... Не, погодите, сколько плиток у нас? В общем, сейчас, по-моему, или столько же плиток, сколько было в начале. А это значит, что мы неплохо идем. Давайте тогда на этом моменте будем заканчивать. Потом продолжим уже дальше. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.